Серьезные дела стоит планировать на утро. Именно в это время проще сосредоточиться, решиться на что-то важное, договориться с людьми, без помощи которых не обойтись. И деловые, и личные отношения складываются гармонично, не возникает поводов для споров. Вторая половина дня не будет столь плодотворной. Захочется отвлечься от рутины, заняться чем-то новым и интересным. Привычные же дела кажутся очень скучными, и это мешает справиться с ними хорошо. Зато можно строить долгосрочные планы, интуиция обостряется и подсказывает, чего и как можно добиться. Овен, сегодня вы особенно хорошо понимаете даже тех, кого почти не знаете. Достаточно несколько минут поговорить с человеком, чтобы понять, что у него на душе. Меняются к лучшему и деловые, и личные отношения. Соперничество сменяется сотрудничеством, многие разногласия остаются в прошлом, и все это ваша заслуга. День отлично подходит для решения финансовых вопросов, интуиция не подводит вас и здесь. Вероятны выгодные сделки. Возможно, у вас появятся идеи, реализация которых позволит увеличить доходы. Телец, день сложится удачно и плодотворно, если вы не станете строить иллюзии. Он отлично подходит для простых и понятных дел, завершение того, чтобы было начато раньше. Едва ли удастся одержать какие-то важные победы, но и серьезных проблем не возникнет. Полезно будет подумать о событиях прошлого, возможно, обсудить их с единомышленниками. Это может понять, что стоит делать дальше. Чаще обычного приходится вмешиваться в чужие дела. Вы стараетесь делать это максимально деликатно, чтобы ни у кого не было повода обидеться. Близнецы. День интересных встреч и важных разговоров. Можно обсуждать вопросы, прежде вызывавшие немало разногласий. Скорее всего, сегодня удастся найти решение, которое понравится всем. Вероятны деловые предложения. Тут лучше не спешить, обдумать все как следует, собрать побольше информации, чтобы получить определенный ответ. Вторая половина дня приносит новости, которые помогают определиться с планами на будущее. Становится ясно, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время, а что может подождать. Окончательные решения лучше принимать самостоятельно, советы не всегда полезны. Рак, плодотворный день. Можно не только добиться успеха в делах, блестяще справиться с решением сложных задач, но и укрепить свои профессиональные позиции. Люди, которые прежде вас недооценивали, понимают, как сильно ошибались. Не исключено, что давние знакомые предложат что-то интересное или помогут в реализации вашей смелой идеи. Многие вещи, которые прежде озадачивали и даже огорчали вас, вы сегодня видите в новом свете. Становится ясно, как решить старые проблемы и избежать новых. Не тратьте время напрасно, действуйте. Лев, все получится, если вы постараетесь реально смотреть на вещи и не станете строить иллюзий. Лучше не ожидать от окружающих слишком многого, даже если они обещали поддержать вас в чем-то. Могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше. Особенно переживать из-за этого не стоит, вскоре откроются новые возможности. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Вы замечаете мелочи, которым прежде не придавали значения. Становится ясно, о чем стоит поговорить сейчас, а каких вопросов лучше пока не касаться. Дева, можно добиться заметного прогресса в делах. Вы с энтузиазмом беретесь за все новое, не боитесь трудностей, которые могут возникнуть. Часто помогает опыт. Именно благодаря ему вы не совершаете ошибок, быстро принимаете верные решения. Окружающие это замечают, часто обращаются за советами, прислушиваются к вашему мнению. Хорошо складываются поездки. Неважно, с какой целью вы отправляетесь в дорогу, в любом случае будет интересно, да и какую-то пользу извлечь удастся. Вы легко знакомитесь с людьми и можете найти новых друзей. Весы – благоприятный день для общения. Можно обсуждать любые темы и вопросы, не опасаясь, что это приведет к конфликтам или вызовет споры. Вы хорошо понимаете людей и часто догадываетесь о том, что они не решаются сказать вслух. Становится совершенно ясно, чего можно ждать от новых знакомых и в чем вас готовы поддержать старые. Вероятны перемены к лучшему в деловой сфере. У вас будет шанс неплохо заработать или заключить сделки, которые позже принесут прибыль. Расходы тоже возможны, но напрасными они точно не будут. Скорпион, действуйте самостоятельно. Сегодня это проще и эффективнее, чем пытаться с кем-то договориться об объединении усилий. Интуиция помогает принять верные решения, и вы воплощаете их в жизнь, не тратя времени на долгие объяснения и уговоры. День подходит для новых дел. Вы быстро научитесь всему, что нужно, чтобы добиться успеха. Радуют встречи со старыми друзьями. Находится масса интересных тем для разговора. Не исключено, что вы получите ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Новости, полученные вечером, помогут определиться с планами на будущее. Стрелец, лучше не откладывать дело надолго. Первая половина дня складывается удачно, проходит плодотворно.
Вы справляетесь с тем, что раньше не получалось, можете добиться успеха в сложном деле. Хорошо проходят переговоры. Если поступают интересные предложения, можно соглашаться без долгих раздумий. Жалеть о своем решении вам не придется. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, больше подходит для отдыха, чем для работы или других полезных дел. Стоит уделить внимание близким. Им наверняка есть что рассказать вам. Козерог. Первая половина дня отлично подходит для деловых переговоров. Вы легко убеждаете оппонента в своей правоте, можете заинтересовать новыми идеями даже тех, кто настроен скептически. Не исключено, что помощь в реализации задуманного вам предложат влиятельные люди, причем совершенно бескорыстно. Позже нужно будет сосредоточиться на решении важных задач. Вы отлично справляетесь, находите способ преодолеть все трудности. Радует общение с близкими. И дружеские встречи, и романтические свидания проходят отлично. Водолей. Насыщенный день. Радует возможность заняться чем-то совершенно новым, отвлечься от рутинных дел ради более необычных и увлекательных занятий. Вероятны приятные знакомства. Общаясь с людьми, совсем не похожими на вас и ваших друзей, вы узнаете много интересного. Не исключено романтическое увлечение. Будет возможность решить какие-то домашние проблемы. Не исключено, что для этого потребуются расходы. Но едва ли речь будет идти о значительных суммах. Вероятны небольшие денежные поступления, подарки. Рыбы. Нужно терпение. Едва ли удастся достичь поставленных целей так быстро, как хотелось бы. Куда вероятнее, что даже простые дела займут больше времени, чем вы рассчитывали. Не исключено, что нужно будет перенести какие-то встречи, многое отложить на потом. Но переживать не стоит. Вы получите нужный результат, просто случится это чуть позже. День подходит для общения с близкими. Можно обсуждать любые важные вопросы, не опасаясь, что появятся поводы для разногласий и споров. Напротив, вы хорошо понимаете даже тех, с кем прежде не ладили.